Кошельки казахстанцев пополнит новая купюра. С завтрашнего дня выходит в обращение банкнота с самым высоким номиналом – 20 тысяч тенге. Нацбанк приурочил ее выпуск ко дню первого президента. Дизайн банкноты выполнен в одном стиле с уже находящимися в обращении денежными знаками. На лицевой стороне изображены монумент Казах-Еля, крылатый конь и триумфальная арка Мангалик-Ель. На оборотной стороне контур Казахстана и панорама Астаны. Банкнота выпущена с автографом Григория Марченко, который покинул пост главы Нацбанка в октябре 2013 года. В финансовом регуляторе заявили, что 20-тысячную купюру изготовили еще тогда. И на сегодняшний день это самый защищенный денежный знак в Казахстане. В Нацбанке также заявили, что 20-тысячная купюра никак не повлияет на инфляцию.